Мы за то, чтобы не болели и не умирали наши дети. Мы за то, чтобы не болели и жили долго наши родители. Мы за то, чтобы нас окружали здоровые и счастливые люди. Мы за то, чтобы люди знали, как всего этого добиться. Поэтому давайте приступим к делу и на этот раз все сделаем правильно. Даже если вы осознаете лишь 10% того, что увидите в этом фильме, вы убережете себя и своих близких от многих неприятностей, сэкономите уйму денег и продлите на много лет свою жизнь. Существует мнение, что сохранить здоровье можно, употребляя в пищу много витаминов. Но какие витамины мы привыкли принимать? Скорее всего, это мультивитаминные комплексы, состоящие из витаминов, синтезированных химическим путем. Давайте попробуем в этом разобраться. Природный витамин С, а именно такой нужен нашему организму, состоит из 7 изомеров. Оказывается, что на сегодняшний день ученым удалось синтезировать лишь один из 7 изомеров настоящего витамина С. Что же получается? Это витамин-инвалид. То же самое и с другими витаминами. Например, витамин Е. В природе он состоит из 8 токоферолов, а ученым удалось синтезировать лишь один. Вот и получается, что химически синтезированные витамины просто делают нашу мочу дорогой. Потому что все инородное организму чуждо. Именно поэтому, когда мы пьем такие витамины, наша моча окрашивается в ярко-оранжевый цвет и пахнет химией. Организм их просто выводит. Надо же! И нас уверяют, что употребляя такие витамины каждый день, мы сохраним свое здоровье.